Вы уже знаете, что есть органическая форма магния, а есть неорганическая. От формы магния будет зависеть эффект. Самые продвинутые формы магния – это цитрат и соль магния с лимонокислотой. Они обладают очень хорошей биодоступностью – до 80%. А есть хелатная форма, например, так разрекламированная в интернет бисглицинат. Но моноформа, она, ее нецелесообразно использовать, поскольку она быстро поступает и быстро выводится из организма. А вот если использовать несколько форм магния в составе, как, например, в продуктах из ассортимента Аквавива, то получается, что одна часть всасывается, а другая догоняет и поддерживает эффект более длительно. Будьте осведомленными, не теряйте своих денег и выбирайте их качество. А более подробная информация в моем чате Telegram.